Сайл Сергилер, Хасхатен и Фустенсон, Эфир Мазна Девам, Этемас, Вех, Атралатан, Бугун, Сиафи, Мабус, Эдемага, Бекировна, Долганку, Ну, Ага, Бугун, Элиси, Кас, Яштола, Ве, Блемаски, Обазан, Шинде, Кормисе, Бле, Аписте, Олса, Бле, Ама, Баз, Ага, Бугун, Эфир, Яйна, Мазна, Багашлаймас, Ве, Ишанамас, Базан, Арекетлер, Мазна, Базан, Тебриклер, Мазна, Базан, Ага, Айтхан, Саджах, Сузлер, Мазна, о дуярдар дымас ве умут этемас ве бугун студиямыз да оны қызы Элеонора Бекирова келді ве онен эдем ағаны хаятны музыкере этеджеміз ве насыл яшаған ненен оғырашқаны одан білмеге талап этеджеміз. Селам алейкум, Элеонора. Сабалар хайырлы олсын. Элеонора, скажи, пожалуйста, вот уже буквально второй месяц скоро будет, как твой отец, к сожалению, временно не с нами. Он находится сейчас в следственном изоляторе, как и многие другие наши соотечественники, к большому нашему сожалению. Но при всем этом сегодня у него день рождения. Сегодня светлый день. Мы от всей души, от чистого сердца поздравляем его, тебя, как дочку своего отца. Очень желаем и делаем дуа Всевышнему Аллаху, чтобы он тоже в скорейшее время освободился. Расскажи, пожалуйста, об этом дне. Какое значение для него он имел? Несмотря на обстоятельства, которые сложились в нашей семье, да, сегодня день рождения у самого доброго, у самого лучшего моего папы Эдема Бекирова. Из года в год для нас это очень большое событие, так как каждый год мы боремся за его жизнь. Несмотря на все его болезни, это наша большая победа, что каждый год он празднует день рождения с нами. Но в этом году первый раз мы празднуем день рождения без него и не с ним. Сегодня мы боремся не только за его жизнь, но и за его свободу. Проснулась сегодня вот утром. И знаете, это было не то утро, которое всегда есть 6 февраля. Обычно 6 февраля у нас проходит очень так празднично. Да? Папа, он как ребенок радуется всему подарку, независимо от, ну, там, сколько ему лет. Да? Сегодня ему 58. И каждое утро 6 февраля у нас проходило, знаете, так очень празднично. Шарики, мы пекли торт. То есть утром нам приходили очень много гостей. Сегодня для меня черный день. Черный день, потому что рядом нет папы. Бабашки. Да, рядом нет его. Я не знаю. Конечно, я знаю, что он нас очень чувствует сейчас. Угу. Он знает, что мы мысленно с ним. Связи у нас так с 12 декабря нет с ним. То есть мы его видели только на... В зале суда. В зале суда, да. Последний раз это было в режиме скайпа. Да, то есть там тоже нам не смог... Мы как бы не видели, мы только адвокат фотографии нам скинул. Угу. То есть с зала заседания и все. Конечно, очень хочется его услышать. Я знаю, что его, ну, ему очень важна наша поддержка, да, чтобы он не переживал, что у нас все хорошо. Элеонора, расскажите, пожалуйста, как, собственно говоря, задерживали вашего отца, как вы об этом узнали? Это же все проходило, скажем, поначалу было неизвестно, вообще неизвестность была, потому что его задержали при переходе административной границы между Крымом с Украиной. Как это все происходило? 16 декабря у отца Вамосова должна была быть плановая операция. Угу. Да, и, то есть... Папа болеет уже с 2005 года, да, и каждая для него операция – это как новая жизнь. Угу. И эту операцию он почему-то очень сильно боялся и говорил, что вот я, наверное, не вернусь, для меня она будет очень сложная, да. И вот когда он утром встал и говорит, я хочу поехать проведать маму, я хочу проведать дочь, да, то есть, потому что я не знаю, что будет после операции. 12 декабря, когда, то есть, он уже уехал, с обеда нет с ним никакой связи, то есть я звоню родным, спрашиваю, созванивался ли с вами папа, они говорят, что нет. Естественно, я начала уже паниковать, потому что понимала, что по времени уже как бы, ну, он должен был пройти границу. Угу. Потом уже, когда по словам очевидцев нам сказали, что папу посадили в белый бус,
и увезли в неизвестном направлении. Тогда мы начали, конечно, уже бить колокола, мы начали это говорить в СМИ, то есть писать в Фейсбуке, да, то есть обзванивать всех, кого можно. И уже в 21:30 тогда кто-то из адвокатов именно СИЗО, ну или служащих СИЗО, позвонили маме на телефон и сказали, что мы передаем трубку вашему мужу. Ну и тогда папа сказал, что передайте мне лекарства. Я нахожусь в СИЗО Симферополя, передайте мне лекарства. То есть вот так. Это так, ну да, это было такое ужасное, конечно, состояние в тот момент. Вы не представляете, ну, я не верила вообще. Я, то есть на протяжении всего времени, да, мы наблюдаем за каждой семьей и крымских татар, где случилась эта беда, да, что я никогда не думала, что это может коснуться нашу семью. То есть они на примере моего отца показывают, что будучи инвалидом первой группы, да, то есть у него ампутирована нога, у него сахарный диабет, у него 4 шунта в сердце. То есть они показывают, что вот, ну как бы запугать пытаются. Я перебью тебя, Элеонор, у нас есть звонок в студию. Селям алейкум, доброе утро, вы в прямом эфире. Алло. Алло. Да, селям алейкум, вы в прямом эфире. С днем рождения, пожелать ему стойкости, здоровья, всего самого-самого хорошего. Ждем его. Мы здесь стоим на трассе. А где вы стоите, еще раз не расслышали? Свидимся. Хотя держись, мы с тобой. Большое спасибо, Чох Савалан. Я, насколько понял, сейчас это люди звонят снова Алексеевке. Да, сегодня акция в поддержку папы на трассе Харьков-Симферополь. То есть они люди неравнодушные к нашей беде. Да, в поддержку сегодняшнего дня папиного дня рождения они выйдут с акции «Фри Дембекиров». И я так понимаю, что это поступил сейчас звонок одного из участников акции. Да, потому что мы слышим шум. Ветер, шум, да, скорее всего, то есть, и они говорят, звонят, что мы стоим сейчас на трассе. Да, то есть вот эта поддержка людей, она очень важна. Вы не поверите, что каждый день с 12 декабря я получаю сообщение в поддержку папы. Да, тех людей, которых я не знаю. То есть Башла еще один звонок. Селям алейкум, доброе утро, вы в прямом эфире. Алло, вы нас слышите? Алло. Да, селям алейкум. Алейкум селям, сабалархайр, буйрамас. Я хотела очень поздравить нашего Эдем Ага с днем рождения, пожелать ему самого главного терпения, здоровья. Это очень важно. И... Алло. Алло, да-да, слушаем вас. И хотела сказать, что Элеонора, Гульнара Ришатовна, все держитесь. Это такое испытание для нашего Эдем Ага, для нас всегда будет бой с Унмаган. Безумкалх, Эрвахут, Оле, Хиншилерн, Арур, Этер. Иншаллах, Безумедем Ага, Эдеолар. Иншаллах. Узбекин Анамс. Чох Саволом с телефона Ачхана Назга. Ну, мы видим действительно эту поддержку, ощущаем. Если мы все-таки вернемся к Эдем Ага, конечно, мы переживаем за каждого человека, который сейчас находится под стражей. Еще один звонок. Селям алейкум, буйрамас, вы в прямом эфире. Алло. Алло. Да-да, вы в прямом эфире, селям алейкум, буйрамас. Салям алейкум. Алейкум салям. Мы стоим с пикетом сейчас на трассе с плакатами Харьков-Симферополь. Ага. Вот. Проезжают машины, сигналят, приветствуют наши плакаты. И мы хотим все поздравить Эдема с днем рождения. Пожелать ему здоровья, огромнейшего большого терпения. Спасибо. Он сейчас самый главный боец нашей Украины, за стенках врага. Вот, лютого, страшного врага. Поэтому в смысле, и мы будем стоять до конца, и каждый день будем выходить, пока эти сволочи, оккупанты, не освободят его.
Спасибо большое. Большое спасибо. И прежде всего здоровья и терпения. Большое спасибо за звонок. На чем я остановился? На здоровье. На здоровье, да. За всех переживаем, но вот расскажите подробнее, за ЭДМР мы в большей степени переживаем. Почему? Потому что очень тяжелое состояние здоровья. Вот немножко поподробнее, может, рассказала бы ты о его состоянии здоровья и вообще, насколько его нахождение в СИЗО может, не дай Аллах, конечно, оказаться фатальным для него. Мой папа болеет уже с 2005 года. То есть у него был инсульт спинного мозга, потом ампутация ноги. В 2009 году у него был сахарный диабет. И самая сложная операция, которая была, это была на сердце. В 2018 году, в январе, ему сделали шунтирование. То есть вставили 4 шунта в сердце. Операция длилась около 9 часов. Двое суток он находился под искусственным дыханием, потому что надо было, чтобы он пришел в себя, и все его органы, да, сердце, то есть, заработало. Это была... такой, знаете, момент между жизнью и смертью, настоящий момент между жизнью и смертью. Врач говорил, только молитесь, только Бог вам поможет. Да? На данный момент мы знаем, что... То есть отец, он каждый день требует медицинского ухода. То есть ему надо 3 раза перевязывать ногу, так как рана у него открытая, и когда ногу ампутировали, там образовалась рана, да, и она не заживает, так как нет чувствительности. Поэтому она требует перевязки 3 раза в день. И он должен принимать 16 таблеток в сутки, которые жизненно необходимы ему. На данный момент мы знаем, что перевязочный материал мы передаем. Он перевязывает ногу сам, то есть надлежащего медицинского их ухода ему там не оказывают. Его единственное, что да, перевели на 3 дня в Семашко. Когда да, уже дошло для обследования. Для обследования, да, да. Смотрите, они 2 января брали у него кровь. И когда врач увидел анализы крови, он ужаснулся и сказал, что папа в любой момент может упасть в сахарную кому. То есть они его перевели на обследование в отделение эндокринологии. Первый день он находился в коридоре, так как не было палат, да, его закрыли ширмочкой, поставили 3 конвоира рядом, то есть и сутки он находился в коридоре. И уже в четверг-пятницу он провел в больнице, в палате. Но в пятницу его с утра уже вывезли в СИЗО. То есть они ему укололи инсулин, хотя за 18 лет болезни отец не инсулинозависимый. Что такое инсулин? Да? То есть, понятное дело, они перестраховали себя, да, чтобы, потому что сахар был очень высокий. Естественно, они укололи инсулин, сахар упал, да? И как бы они сделали заключение, что в принципе его уже можно увести обратно в СИЗО. Ну вот как раз об этом бы я хотел тоже сделать акцент, что буквально вчера ваш адвокат Алексей Ладин получил заключение, и что удивительно, при вот этом всем букете заболеваний, его тяжелейшем состоянии, его здоровье, дали заключение, что он может находиться в СИЗО. Ну, вы же понимаете, что это абсурд, да? То есть... У нас еще один звонок. Селям алейкум, Сабалар Хаер, вы в прямом эфире. Алейкум селям. Мелитополь. Сабалар хайр болсун, Мелитополь. Сау болыңыз. Аллах саулық берсін сізге де. Элеонорочка, я тебя хочу поздравить с днем рождения отца. Мне очень тяжело говорить, я волнуюсь. Я очень не люблю всю вашу семью. По духу мы с Эдемом всегда были как брат и сестра. Поэтому я хочу пожелать вам всего самого хорошего. Аллах, собой верствуем всем. Весь народ поддерживает вас. И мы все хотим скорейшего возвращения Демчика. Чухсаулам, сізді бізге телефон ашқаны разышын. Знаете, вот сегодня, да, то есть мы получаем звонки, да, это настолько приятно, это конечно, настолько подбадривает, ты понимаешь, что ты не один, да, то есть вот у нас, я очень благодарна нашим близким родственникам из Крыма, я очень благодарна нашим родственникам из Мелитополя, нас поддерживают все, Украина, Турция, Америка, нас поддерживают все, эта поддержка очень нужна, мы ее очень чувствуем, чохсау у нас вам за это. Элеонора, все-таки, если перейдем теперь от его нынешнего положения к
тому, где он родился, как родился. Расскажи, пожалуйста, где он родился, как его прошло детство, как у него вообще возникла любовь к Крыму, к нашей родной земле. Папа родился в 61-м году в Ангрине. В 68-м году они переехали уже в Джанкойский район, в Джанкой. Папа рассказывал о том, что неделю они жили на ЖД вокзале, так как их не могли определить, да, то есть в какое село. Uh-huh. Потом их определили в Джанкойский район, в село Крымка. Он рассказывал, что их выкинули как десантов. То есть тогда там вообще же не было семей крымских татар, да, их было 4 семьи, там было маленькое очень село, дали им заброшенный дом, который надо было еще достраивать. Это было 10 июля, и вот папа говорил о том, что всегда рассказывал, что за то, что это было вот летом, да, они смогли пожить на улице, и делая быстрый ремонт. И уже когда папа пошел в первый класс, они уже жили в доме. По профессии папа агроном. Элеонора, я хотел бы показать небольшой видеосюжет. Вот ты рассказала о том, как отец с желанием, со всей любовью попал в Крым, обустраивался. И чем для Демара Бекирова является Крым? Вот я бы хотел посмотреть видеосюжет. Крымских татар, как за это... Традиция, что должны быть виноград расти во дворе. Особенно у южных, южнобережных. Постоянно во дворах рос виноград. Они все виноградари были. Они есть, не брюква были. У них просто в крови заложено это виноградарство. Поэтому сегодня каждый татарин во дворе обязательно растет куст винограда. Это маленькое напоминание о своей родине. Там они все с удовольствием смотрят за этим растением. Я бы очень хотел, чтобы люди были уважительные друг к другу, терпимые друг к другу. Жизнь такая короткая штука. Вперед смотришь, вроде бы, ой, там еще 30 лет, там 20 лет впереди. А когда пройдешь это все назад, посмотришь, то вроде бы не успел пожить, уже жизнь прошла. Поэтому хочется, чтобы люди понимали, что в этой жизни все приходящее, уходящее. Ничего нету вечного. А человеческая доброта, человеческая помощь друг другу, уважение и отношение друг к другу намного ценнее, чем что-либо, что для нас Крым. Крым – это родина наша. Крым – это все. Лучше Крыма только Крым, другого нету. И наши предки там, мои родители там похоронены, мои братья там похоронены. Я даже не представляю, где бы, в каком уголке мира, если бы даже мне сегодня предложили бы неимовернейшую красоту, я бы остался бы, наверное, в Жанковских степях жить лучше. Сайла Сирджлер, Сиреттек видео Левхана. И сейчас, как говорят режиссеры, у нас еще один звонок. Селям алейкум, Сабалар Хайр Лоусон, вы в прямом эфире. Я не знаю, не разумею, что вы мне... Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Я вас теж вітаю. Мы теж вас вітаємо. Я можу привітати зараз Адема Бекірова? Дійсно можете, у студії його дочка Елеонора, ви в прямому ефірі. Елеонора, добрий ранок. Добрий ранок. Я це Січова Валентина. Я зичу вам, тобі, матері, другій сестрі, неймовірної віри і терпіння. Дуже дякую. Я знаю Едема як дуже мужню людину, який роками веде боротьбу за своє життя з хворобою. Едеме, любий, у вас ви мужній, ви стійкий. Ви хоробра людина, яка вже довгий час доказує, що якщо людина хоче, вона може побороти саму тяжку хворобу. Зараз у вас чергове випробування. Тепер уже не за здоров'я, тепер уже за життя. Я хочу вам
сказати лише одне. У вас є всі якості для того, щоб перемогти. Дякую. І в цей день я вам зичу тільки віри. Дякую. Надзвичайної віри. І віра вам допоможе пережити все. Віру в те, що закінчиться, все закінчується. І закінчиться все погане. Дякую. Колись і батьківщина буде вашою батьківщиною. Треба тільки віру. Вона дасть вам терпіння, вона дасть вам сили, вона дасть вам все, що необхідно для того, щоб перемогти. Будьте здорові. Дуже дякую. Дуже дякую. Дуже багато людей. Я впевнена в тому, що ви маєте дуже велику підтримку. Всього вам головне віри. Дуже дякуємо вам дзвінок. Аллаха шукур, мы видим звонков огромное количество, и мне еще говорят, что еще один у нас звонок. Селям алейкум, вы в прямом эфире. Алейкум селям. Буйран, доброе утро. Доброе утро, это Айдем уже добавит. Селям алейкум. Сабалар Хайрлов. Здравствуйте, Элеонора. Я хочу сказать, что судьба вашего отца — это судьба фактически каждого из нас. И в судьбе вашего отца все отразилось, что было в истории нашего народа. И я, если меня слышит, я хочу его поздравить с днем рождения. Он великий человек. Он чувствует. Великий человек. Сейчас у нас наша главная задача — его спасти, делать все, чтобы он был на свободе, потому что вся судьба и дамага — это просто вот такая цепь с небольшими перерывами счастья, всяких испытаний. Я желаю вашей семье силы духа, и отцу силы духа и здоровья, насколько это возможно в тех условиях, которые там есть. Я передаю вам огромный привет. Мы все им гордимся, и мы все переживаем за него. Спасибо вам большое за эту программу. Я думаю, что невозможно это все смотреть без сжатых кулаков, потому что это ужасно все, что происходит. Я надеюсь увидеть вашего папу Элеонора. Чех Саула, моя дорогая, за звонок. Мы тоже очень надеемся. Видите, каждый звонок, вот для меня это гордость. Гордость, потому что все очень уважают моего папу. Да? Угу. Он очень добрый, очень отзывчивый. Он любому всегда придет на помощь. Ему главное, вот знаете, люди с ограниченными возможностями, да, угу, что, вот как-то могут там ущемлять себя в чем-то, либо чувствовать, что они там не такие, да, как обычный человек. Но вот что у папы есть, это дух. Вот он духом настолько сильный, настолько он мог заряжать людей своим духом. И сегодня мне очень приятно слышать, получать каждый звонок, слышать каждое пожелание. Очень бы мне хотелось, конечно, также его обнять и также ему пожелать. Надеемся, да, что это скоро случится. Аллах смеется, я очень надеюсь. Я не могу вам передать эмоции, да, дочери, которая не может поехать в Крым, которая не может стоять, чтобы передать ему передачку, да, потому что там не так все просто. Там надо приехать в 4 утра, занять очередь. И может так произойти, что надо будет простоять целый день. Поэтому у меня завязаны руки и ноги. Но благодаря нашим родным, которые нам очень сильно помогают, мы стараемся как бы этот момент жизни, да, вот борьбы за папу пройти. На самом деле человек, когда в своей жизни занимает активную позицию, помогает людям во всем, участвует в жизни общества, то, естественно, это, как говорится, взаимодополняемые действия. То есть каким ты к обществу, так такое оно к тебе. И мы видим сегодня эту поддержку. И на самом деле, вот ты отметила то, что хоть несмотря на то, что он инвалид первой группы, он во многом ограничен в передвижении, в своей жизни. Силы физически элементарно не те, как у обычного здорового человека, но при этом он всегда старается во всех делах участвовать. И в подтверждение этому вот я бы попросил включить еще один небольшой сюжет. Имам мечети Новоалексея в Каусии на Гатохлу нам расскажет о его жизни вот со своими соотечественниками. Спирально он не заживал, а потом ему отрезали, опять не заживал. И вот на протяжении уже 15 лет он мучится с этим здоровьем. И сколько вот здесь идет ремонт, и он всегда, когда он говорит, он каждый день перевел в
подвязки на ноги делал, я знаю, это ну, очень сильного духа человека, я хочу вам сказать. Естественно, в жизни у каждого бывает между нас и этим проблемы. Кто-то вот так видел, кто-то не так стал, почему? Потому что мы все горячие. Но эти вещи в такой момент мы должны забывать, как будто их нет. Потому что надо брать мусульманин, он должен быть как мы. Пророк Саллаллаху сказал, если вы будете искать друга без изъяна или брата без изъяна, вы останетесь без друга. Я не всегда расстанусь в мусульмане, но останусь с досту Саллаллаху джамат. Ама истесенец, эдин хардашында, якши тарафын тапабилерсіз. Энда итема очень не айтмах, искерим, бухуле бухинстанады, ему операцию на сердце сделали, я поражаюсь духу этого человека, с больным разрезанным землю, грудь разрезанным, то же самое, как Рамазана, это ему сыну. Без ноги, с разрезанным сердцем, у него духу хватает ехать опять в Крым, понимаете? И он не падал духом, и до сегодняшнего дня, понимаете? Это один из представителей нашего народа, да, я хочу сказать. Уберем, если личностные отношения, да, это показатель духа нашего народа, что наш народ не зависит от внешней оболочки. Мен бұртон, мана елладар, неме отправили такой монолог дьявола называется. Как на Кавказе, Кавказда, нашел, я не Кавказ, а лыб, гольдер, и чинок кырып. Саяхал Серджилер, эфирмазна Девам и Темас. Мы вот посмотрели сюжет, в котором отец про отца вот рассказывает имам на Алексеевской мечети. У нас очень мало осталось времени. Скажи, пожалуйста, Элеонор, что вот отцу, вот несмотря на все эти трудности, дает силы держаться и не ломаться? То есть мы видим его твердую позицию. Он не идет ни на какие соглашения со следствиями. Несмотря на то, что у него жизнь, можно сказать, на волоске, но он стоит очень стойко, и мы этим гордимся. Что ему дает силы в этой ситуации? Четкое понимание, что он ни в чем не виноват. Отец – это борец за справедливость. Он готов и жизнь отдать за крымско-татарский народ. Даже вот мне сегодня передали, вчера точнее, передали письма, которые написали папе. Вот если, может, увидите, с фотографией, да, пожелания. Передали и ему в СИЗО, и передали нашей семье. Сделали такие в виде открытки с фотографиями и с пожеланиями. Будет очень приятно ему, конечно. Я сама читала, ну, как бы, это очень трогательно и очень дает силу и веру. Элеонора, у нас буквально осталась минуточка. Скажи, пожалуйста, что бы ты пожелала вот нашим зрителям в это прекрасное утро, в утро, день рождения твоего отца? Я желаю здоровья, терпения, побольше веры. Я надеюсь, что в частности у нас всех и у нашего народа скоро все наладится. И мы будем, да, ластницы, мы будем жить счастливо, спокойно у себя на родине, в свободном Крыму. Чох сау, Леонор, сайгыл сердилер, хатырлатам бүгін студиямызда Эдем Бекировның сиясим абусының қызы Элеонора Бекирова еді. Ве онен Эдем аға Бекировның 58 яшылығыны, доған күніні біз кечердік. Аллах тааля Эдем ағамызны ведегер мабуслеріні тез вақытты, тез сәтті азат етіп, ось қоранталарына келіп, құчақлашып, опышып, болі гүзел шекілді вақытыны кечер. Мегі ярдымжы осын. Білеміз кей, ағырлықтан сон еңгілік келе, ве бұ еңгілікні біз беклейміз, ве Аллаха дуалар етіп, оны Алладан мұраджат етіп сораймыз. Гүзел ве айдын күндер сізге тілейім. Хатырлатам, саат 8-де Гүлсум Халилова ве Айше Хайберді ве заман программасы эфирмізні девам етіжек, атыр или олыңыз, сауықтен қалыңыз. Государственной религией Крымского ханства был